Страшная болезнь потихоньку забирает Михаила Боярского. Злоупотребление алкоголем и невозможность следить за питанием во время гастролей привели меня к панкреатиту. С обезоруживающей откровенностью начал Боярский. Лет 25 тому назад на даче, вкусно поев шашлыков и запив это дело большим количеством спиртного, я проснулся утром с ощущением боли в области поджелудочной железы. Думал отравление, поэтому решил погасить все пивом. Не получилось, водка тоже не пошла, стало еще хуже. Ночью не уснул. Тошнота постоянная, боли все сильнее. На следующий день попробовал выпить, опять не идет. Вызвал скорую, а потом я почти потерял память. Пролежал в реанимации 10 дней. Это был острый панкреатит, самый сильный приступ. Мне запретили есть то, что можно нормальным людям. И сказали мне пить хотя бы 2 года. Я потерпел с трудом. Когда вышел срок, крепко выпил. Как раз на Новый год. Последствий не почувствовал. Поехал на гастроли и снова так прихватило. Меня прямо с концерта в реанимацию. И так в течение 5-7 лет. Со спектакля в больницу и по 10 дней без памяти. Лежал с ребятами-афганцами. Они кричали, я кричу вместе, вроде полегче. Постепенно боли стали исчезать. Даже когда выпивал, судя по всему, начался панкреонекроз, отмирание поджелудочной железы. Это привело к сахарному диабету. Теперь колюсь инсулином, знаю, что надеяться практически не на что. Никто не побеждал эту болезнь, но профессиональным больным становиться не собираюсь. Презираю это дело, меня оскорбляет, что она сильнее. Так что не делайте из меня инвалида.